У нас полностью оснащены отдельные кровати для матери, для ребенка. Улучшить работу и внедрить систему менеджмента качества в Республиканскую детскую больницу Тувы приехали специалисты из Бурятии. Так, в Республиканской детской больнице уже внедрены новые технологии и стандарты. Системы менеджмента качества у нас каждое отделение имеет свою цветовую маркировку и маркировку в виде вот таких вот маленьких животных, которые висят. Мы сейчас находимся в отделении анестезиологии и реанимации, и они у нас являются божьими коровками. Конечная цель внедрения этой системы – это повышение качества оказания медицинской помощи и деятельности, безопасности для сотрудников и их родителей и детей. Специалисты межрегионального центра компетенции врачей на базе Республиканской клинической больницы имени Семашко в Бурятии занимаются подготовкой медицинских организаций к успешному прохождению добровольной сертификации медицинских организаций по качеству и безопасности медицинской деятельности. В свою очередь, гости из Бурятии оценили работу тувинских врачей и наметили дальнейшие планы. Впечатления благоприятные, очень понравился коллектив, молодой, такой задорный, с энтузиазмом. Вовлеченность персонала очень поражает в приятном таком отношении, потому что это хорошо, когда коллектив и врачи, и средний персонал наши заинтересованы в этой работе. И некоторые технологии очень интересные, любопытные, даже вот по предварительным оценкам очень хорошие, даже лучше, чем у нас. Поэтому вам есть чем гордиться. Ну и, соответственно, есть куда развиваться. Главная цель приезда специалистов межрегионального центра Бурятии – это проведение внешнего аудита, то есть, другими словами, изучение работы Республиканской детской больницы, по итогам которого будут даны конкретные рекомендации по дальнейшему улучшению работы.